Эта тема связана, с одной стороны, у нее есть два аспекта, общий и конкретный. Общий аспект связан с понятием новости, новости большого города, как жизнь большого города, то, что было заявлено в анонсе. То, о чем мы говорим и что мы читаем в новостных сводках, и почему именно те или другие новости появляются в этих сводках, как они становятся главными, и как они формируют нашу картину мира. Но у нас есть одна совершенно конкретная новость, которая вызвала огромный резонанс по стране и послужила предметом сцены последнего номера журнала «Русский репортер». Здесь у нас есть в гостях автор этого материала Шура Буртин, которого вы, вероятно, видите. В общем, такая странная ситуация, что я видит, а ты не видишь его. Но сегодня мы будем работать так. И у нас в гостях Михаил Рогожников, заместитель главного редактора журнала «Русский репортер». И мы будем обсуждать самую главную и страшную новость последней недели. Это пытки в Казанском отделении милиции и, наверное, пыточную систему нашей страны вообще. У нас уже была одна среда на эту тему. И тогда мы обсуждали разные регионы, в том числе и Кавказ. И, как мы видим, пытки — это не только пытки, равно Кавказ, беспредел и бандиты, и война, да, пытки — это еще и пытки нашего обычного совершенно города, в данном случае Казани. Я сейчас передам микрофон Шуре Буртину и попрошу его немножко рассказать о сцене, об этом материале. И дальше мы начнем с этой темы, с темы этой новости, и, может быть, дальше выйдем на разговор о новостях вообще. Но я ездил в Казани, там в этом УВД Дальний и во многих других. Так там он диафон пишет звук, чтобы слышно было. Да, тебе нужно говорить в микрофон. Да, всем обратить. Значит, там. Там и в ОВД Дальний, и в других ОВД, там пытали людей, как и, собственно, происходит везде в стране. Вот, как везде в стране происходит, в частности, в этом ОВД Дальний множество случаев, множество заявлений людей о том, что их пытали, но эти заявления, они копились в... там приходили люди в местные правозащитные организации, и в Казанский правозащитный центр. Они давно об этом знали, они об этом говорили, но никто не обращал внимания об этом. Но кроме того, после того, как история с Назаром стала такой громкой новостью, люди там повалили в эти организации и стали звонить на горячую линию в МВД и рассказывать, что с ними происходило то же самое. Потому что в этом ОВД, ну конкретно в этом ОВД, там действительно работали реальные маньяки, убийцы. Реально команда садистов такая трудилась, для которых вот эти пытки были, ну, во-первых, любимым делом, во-вторых, единственным, кажется, просто методом оперативной работы. То есть они, когда к ним поступало заявление о каком-то преступлении, они просто выходили там, ну там они смотрели там, искали жертву, и иногда, как в случае с Назаром, просто ловили ее на улице, иногда ходили в какие-то соседние дома там с этим преступлением, мы собирали просто первых попавшихся там ребят, вот, или там случаи с Алией Садыковой, просто там набрали, там украли в какой-то фирме, украли там кто-то 70 тысяч, вот они просто посмотрели, кого можно взять, притащили в ОВД и начинали бить просто и выбивать эти показания там днями, держали людей. Просто в кабинетах убили их, но кроме того, поскольку они реально были, ну, были есть сумасшедшие маньяки, они их там и током пытали, и бутылки насиловали, и вас подвешивали там в позе ласточки там. И, в общем, ну, там творился абсолютнейший кошмар. Этот кошмар творился годами и покрывался годами следственным комитетом.
комитетом по разборе с судами. То есть это дело Назарова, оно просто вскрыло, что было повседневной практикой. Вот. Но кроме того, стали приходить люди и рассказывать про то, что то же самое происходило и в других ОВД. Вот. И, значит, ну вот. Но в принципе я думаю, что то есть сейчас там как бы сейчас понаехали московские следователи, которые, значит, звонят на горячую линию, рассказывают. При этом надо давать себе отчет, что то же самое абсолютно происходит по всей стране. И вот сейчас говорят о Казани, можно точно так же говорить. Потому что о Костроме, о Воронеже, Краснодаре, почему бы. Шур, у меня такое сложилось ощущение, когда я читала этот материал, что эти преступления, они настолько чудовищны, что о них просто было странно говорить, потому что они не укладывались в рамку нормального человеческого восприятия. И вот то, что взорвало новостную ленту в данном случае, то, что просочилось, и какое-то время даже люди, которые читали эти новости, они, ну вот как реакция на шок, когда человек отрицает очевидные вещи, сначала шла какая-то первая реакция, как отрицание. Но потом, когда все применились и приняли эту мысль, что вот это правда такая чудовищная, да, что это не военная зона, что это мирный город, и тем не менее это правда, и после этого сорвалась какая-то плотина, и пошел целый шквал какой-то вот такой вот чудовищной правды, и теперь не очень понятно, что с этим всем делать. Потому что сорвали это, сорвали покровы, да, и как теперь с этим жить, и как навести порядок, и теперь есть другая реакция, подозрение, что за каждым милицейским участком есть своя пыточная камера. И если раньше как бы никто в это не верил, или догадывались, там где-то кого-то, может быть, когда-то питали. То сейчас есть такое подозрение, что чуть ли не в каждом участке людей питали. У нас есть статистика. По статистике в год в России примерно дается 100 тысяч жалоб на превышение сотрудниками лиц должностных полномочий, то есть, как правило, избиение лиц. 100 тысяч. Да? Значит, вот мне моя подруга Оля Гнездилова сообщила точную статистику по Воронежской области за прошлый год. Это 1900 таких жалоб. Именно избиение. Да. Ну, это превышение должностных полномочий. Я думаю, что да, в основном это избиение. Значит, как вы думаете, какой процент этих жалоб приводит к уголовным делам? У кого-нибудь есть какие-нибудь догадки? Идеи, да. 5%. Ну, близко, но меньше 1%. То есть, не меньше 1%, чуть больше 1%. Да? Это, значит, 27 уголовных дел было заведено после вот этих 1900 жалоб. Да? 27 уголовных дел посадили в результате одного человека. Да? Что такое? Мы можем предположить, что половина жалоб была не обоснована. Ну, милиция считает, что вот эти все 99% жалоб, они не обоснованы. Да? Но мы можем представить себе 99% необоснованных жалоб. Я вот могу себе представить половину необоснованных жалоб, 2/3. Но не 99%, да? Значит, когда к вопросу Светы про то, подозреваем, что мы начнем сейчас подозревать всех милиционеров. Посмотрите, сколько в Воронежской области районов, я не знаю, районов 20, да? То есть там, соответственно, есть 20 РОВД. Если там при этом 1900 жалоб на избиение, значит, бьют во всех РОВД. У меня других нет никаких. Я думаю, что это правильное подозрение. Я думаю, что это, разумеется, не все милиционеры этим занимаются. Я думаю, что это надо признать, что это повсеместная практика. Что с этим делать, мы дальше можем про это говорить. Была информация, что то, что решили что-то делать, стеклянные перегородки в ОВД, вообще делать ремонт и поставить второй этаж, какие-то такие очень странные меры, которые похожи на истерику, да, такую вот из серии. Мы сейчас переоденемся в другие одежды и продемонстрируем, что мы теперь другие. Что вызывает смех даже у самих сотрудников милиции. Действительно,
медицина. А что можно с этим сделать? Уволить всю медицину вообще? Ну вот переименование УВД Дальний в этом смысле вполне показательное место. Его решили переименовать. Ну, конечно. Это первое дело, первое, что нужно сделать, конечно. УВД там, например, защита. Ближний, да, это УВД ближний. Вот. Ну, значит, если серьезно, то эти. Вот сейчас последние буквально дни там вот какие-то ведущие правозащитные организации, которые занимаются борьбой с пытками, ведут как бы активные консультации, стараются как-то сформулировать для государства список действий, которые оно должно сделать, чтобы эту проблему, если не решить, то снизить, то есть ее как-то опасность. Вот, и прозрачность, она, ну, указывается в качестве одной из мер, но прозрачность это прежде всего не прозрачность стен, потому что, ну, в большинстве, разумеется, и УВД никаких прозрачных стен стоять нельзя, ну и там и так далее, но хотя бы, чтобы люди могли хотя бы заходить в УВД, потому что сейчас вы не можете зайти в отделение милиции. Сейчас ты приходишь в любое районное отделение, если вы ко мне. Говорит, вы знаете, и там такая же охрана, такая охрана, как будто там это УВД в каком-то Ачхой-Мартане. То есть там они сидят в осадном положении. Частенько там встречаются реальные противотанковые ежи. Вот. То есть полиция, она как бы она чувствует отношение народа, и как бы туда пройти, простой человек пройти в УВД не может. Да? Вот. Значит, и сейчас. Ну вот, но там много, предлагается много мер. И там понятно, что ни одна из этих мер, скорее всего, по отдельности не будет работать. Вот. Но вот на меры, на которые вот все эти сейчас правозащитные организации сошлись в качестве первоочередной, и которые это они вот сейчас написали письмо Бастрыкину и потребовали создания независимого следственного органа, который бы занимался только расследованием дел в отношении правоохранительных органов. Правоохранительных органов. Важно это вот почему. Потому что почему не расследуются вообще эти дела? То есть почему пытают? Ну, пытают по разным причинам, но одна из очень важных причин это то, что за это не наказывают никогда, как вот мы убедились по этой статистике, да? Значит, не наказывают по достаточно тоже простой причине, потому что расследовать эти преступления должны обычные следователи Следственного комитета, которые каждый день работают с этими оперативниками вместе. То есть они, следователь же, он нуждается в оперативном сопровождении, он сам не, там, никого не арестовывает, засадь не сидит, там по улицам не ходит, там особенно, да? Вот. У него есть оперативники, которых он посылает. Значит, он с ними работает. Других никаких оперативников у него нет. То есть вот есть следователь там, тяжкого отдела, вот он занимается на, там, убийствами, изнасилованиями, допустим, да, вот у него есть оперативники. И, а потом оказывается, что эти оперативники, они кого-то там убивают у себя в отделении. Ему надо завести на них уголовное дело, и это дело расследовать. Это реально невозможно. То есть он не может это сделать, потому что завтра он с этими людьми не сможет работать. И он это никогда не делает. Потому что то есть он просто это дело не заводит даже. А если заводит, то закрывает. Я сейчас хочу встретиться с таким техническим предложением. И тоже переименовать наше заседание, несколько применять заставку таким образом. Вот у нас так мало, мы сейчас сидим так, как будто у нас, как обычно, такое публичное мероприятие. Я предлагаю гостям, которые сидят в зале, сесть вот сюда вот, и переименовать сегодня наших следов в другой стол. Я думаю, это будет правильнее и душевнее, в этом смысле будет оправдана смена вывеска и заставки. Вот так мы стали ближе друг к другу и превратились из докладчиков и слушателей, и слушателей, и я думаю, что это хорошо и правильно. Аксинь, иди сюда к нам, что вы там в засаде? Да, тем более там есть свободное место. Тем более твоя рыжая публика, она вот сейчас. Вот вы сегодня пришли на эту среду, некоторые из вас, я вижу, что приходят на многие наши мероприятия, или такие верные наши последователи, участники наших дискуссий. А что для вас эта тема? Вот я хочу как-то включить тоже вас в разговор, чтобы действительно не было впечатления, что мы здесь какие-то докладчики, и знаем как-то больше, чем вы. Ну, Шура, наверное, знает больше, потому что он там был вместе непосредственно. Говорим громче, артикулируем, потому что
слышно, да? Ну да, там за 1000 километров. За 1000 километров нас стало наконец слышно. Пожалуйста, я хочу пригласить сейчас вас всех в эту беседу и представиться и сказать, что для вас эта тема и ну, что бы вы хотели обсудить сегодня здесь. Спасибо. Наталья. Наверное, я думаю, что эта тема все равно остается актуальной, как бы ее не поднимали в какое-то время и в СМИ, и среди общественности, и потом замалчивали. То есть, мне кажется, в первую очередь стоит отметить показательное вот это переименование самих внутренних сил, что из милиции в полицию. В принципе, это ничего не дало нам, то есть, как гражданам. Причем сама структура говорит, что это было, в принципе, бессмысленно, то есть... Почему, допустим, не использовать эти деньги элементарно на что-то более рациональное? И действительно соглашусь с вами, что это очень коррумпированная структура. По сути, когда все друг от друга очень сильно зависят, потому что сегодня мы работаем, завтра это коснется и детей, и жен, то есть... Поэтому люди невольно, хотят они этого не хотят, они друг друга покрывают. И наверное, стоит говорить о переформировании структуры, опять же, что мне видится очень сложным. Я, насколько знаю, проведена была в последнее время, с 1 января новая была реформа введена в вооруженных силах, но также, по-моему, были подняты зарплаты сотрудников внутренних сил, а по факту, вот опять же, на примере этой ситуации оно всплывает, что это тоже неоправданно, и что, я думаю, волнует общественность, поэтому путем работы правозащитных организаций, я думаю, это можно как-то поправить, но, опять же, массовым увольнением нельзя обойтись, и должно все это начинаться с низов. Опять же, я думаю, есть доля вины в этом, что были уволены довольно квалифицированные сотрудники, то есть старшего офицерского состава, и им на смену пришли молодые лейтенанты, сержанты, старшины, которые, в принципе, идут в эту структуру не ради именно служения Родине, как это было в идеале когда-то, тот же дядя Степа, ну, самый банальный пример, наверное. А сейчас это... получение легких денег, наверное, скорее, поэтому в этом проблема. Спасибо. Дядя Степа был реальный какой-то? Думаю, да. Дядя Степа. Да? Считаю, что да. Наверное, я идеалист, но да. Да, надо говорить в микрофон, чтобы он слышал, чтобы вас слышал Казань. Я спросил, был ли на самом деле дядя Степа. Мысли, что да. Может быть, мы тоже спрашиваем. Я могу сказать, что такие сообщения, они ломают картину мира и, похоже, и без того не слишком радостно, и, в общем, грозят доломать ее окончательно, что касается меня. Спасибо, вы вырезали мою мысль, потому что меня зовут Юля, и я пришла сюда, потому что я возмущена тем, что произошло. Я вообще не в теме, и поэтому пришла сюда, чтобы оказаться в ней. А вы кто? Вы журналист? Нет, я студентка исторического факультета. Я просто читаю журнал, мне просто интересно все, что происходит. Ну, просто я никогда не могла представить себе, что такое возможно. Возможно, это... Ну, это никогда не касалось моего узкого мира, но я хотела его расширить, и, соответственно, в него должны будут войти вот такие страшные вещи. И мне хотелось бы очень услышать подробнее ваш рассказ, как человек, который там побывал, и что вас особенно удивило, привлекло, и какие-то конкретности. Ну, возможно, я это прочитаю это в журнале, но, может быть, что-то туда не вошло. Вы всегда, когда сдаешь что-то в материал, что-то же не входит. Я же общался только с этими жертвами пыток, ну, вернее, в основном с родственниками, да, жертв пыток. Ну, что, главой ГУВД, по-моему. Ну да, с главой ГУВД. Но, ну, конечно, там, ну, меня поразило вот там
есть там такая женщина, Алексеяр Фалахеева, сотрудница аппарата президента Татарстана, у которой ее убили год назад, сына зарезала 2 года в соседнем здании, там Мазина 2. Зарезали милиционера? Прямо зарезали милиционера. Он сидел с друзьями в кафе, он учился в Англии, приехал, сидел с друзьями в кафе, был банкет. Старство ушел, денег не хватило, вызвали этого Рената, поскольку он был самым представительным. Примерно половина вот всех случаев вот этих, там людей забирают из кафе. То есть какой-нибудь конфликт, там кто-то что-то разбил, там не заплатил, там что-то такое, тут же приезжают сотрудники полиции, которые, понятное дело, крышуют там эти кафе. Мгновенно. Вот. И забирают человека. Но поскольку там как бы финансовый конфликт какой-то, они, видимо, его сразу начинают лупить, потому что тут можно получить больше, там, не только долг, там, но и еще себе. Вот. Мы вот так вот увезли парня, в 2 часа ночи звонят матери, ему говорят, вы правда в аппарате президента работаете? Я говорю, да, что случилось? Говорит, ну, у вас там и сына вашего задержали на 6 суток. Что такое, она говорит, ну, говорит. И, ну, она видит, что они не знают вообще, что сказать, выдавливают из себя слова, она говорит, ну, сейчас я приеду, они говорят, ну, приезжай. Ну, приехала, сына уже к тому моменту отправили в морг, зарезали зверским образом, ножницы, пытали, запирали до смерти. У меня сразу вопрос, как получилось так, что тогда это не стало громким делом и не стало новостью номер один и не потрясло точно так же вот, всю страну, как это потрясло нынешним делом? Почему вот, дело этого Рената Фалахеева стало, не стало никакой там новостью, а вот, дело Назарова стало? Ну, я думаю, по простой причине, что тут было сексуальное насилие, да, и человек при этом умер. Вот сочетание этих двух факторов, оно оказалось достаточно скандальным, вот, чтобы как-то пробить эту стену молчания. Вот. Кроме того, врачи подтвердили, да, он же умер в больнице, информация пришла от врачей, не от родственников. То есть, смотри, я извини, что я тебя перебиваю, да, но мы подошли к одному очень такому странному тезису и страшному. Какой должна быть новость для того, чтобы она пробилась через информационный общий фон? Она должна быть скандальной. То есть недостаточно, чтобы человек просто умер, да, трагически, незаконно, чтобы его вот зарезали чудовищно ножницами, запытали до смерти. Надо, чтобы там еще был скандал. Вот этот вот двойной ужас, сексуальность, да, говорят, сексуальное насилие плюс убийство. И только вот в таком варианте это пробивает информационный поток. То есть получается, что мы настолько уже нечувствительны, настолько у нас снижен порог чувствительности к ужасу смерти. Нет, ну мы получаем больше новостей, чем нам нужно. А, вот, интересно, да. Мы получаем больше новостей, чем нам нужно, в смысле? Ну да, мы просто живем в этом информационном каком-то потоке, который не касается нашей личной жизни, да, там, ну, касается жизни муравейника. И вот, не знаю, что сказать. Да, нам сложно с ним его как-то переводить. Шуля, меня вот интересует техника новости, как она все-таки возникла. В агентство. Какое-то первое агентство, которое... Его разместили, как я понимаю, разместили на сайте OpenInform, который такой правозащитный ресурс. И как оно потом дальше пошло в СМИ, я точно не знаю, но вполне понятно, почему именно эта новость как бы зацепила журналистов, которые ее прочитали, потому что, во-первых, тут довольно сложно собрать. То есть тут увидели, человек умер, явно умер, было явно врачебное заключение по этому поводу, и ну, его явно перед этим изнасиловали. Ну, то есть все. Как бы, трудно собрать. Он успел сказать перед этим. Да, он сам перед этим успел сказать, во-первых, во-вторых, было заключение. То есть, ну,
мы стараемся действительно мысли о том, что происходят ужасные вещи, от себя отгородить и как бы сомневаемся во всех таких сообщениях. Вот. А тут действительно уже не в чем было сомневаться. Да. Ну вот и все-таки мой вопрос, какими должны быть новости для того, чтобы они имели резонанс. И могут ли новости со знаком плюс быть какими-то популярными, востребованными? Вообще интересно, какое количество новостей со знаком плюс существует в нашем медиапространстве. И как-то мы слышим или нет? Ну вот это вопрос ко всем, просто кто как чувствует. Мне кажется, это важно вот сказать такую вещь, что мы привыкли, что нам постоянно с экранов телевизоров, из газет обычно посылают один негатив. То есть, допустим, какие-то случаи насилия, зверских убийств, это стало для нас нормой. То есть, действительно, именно и плюс еще влияние западных, зарубежных СМИ, какие-нибудь фильмы ужасов. То есть, с раннего детства у нас люди практически приучены к тому, что смерть — это нормально, то есть это каждый день. То есть, ну, кому-то, да, там, допустим, сосулька на голову пойдет, а кого-то там в подворотне, допустим, зарежут за 1000 рублей. То есть это уже не удивляет, не шокирует, что печально. Это раз. А касательно того, какими должны быть новости, мне кажется, все-таки, опять же, повторюсь, наверное, я идеалист, я считаю, что СМИ должны именно нести созидательную функцию. То есть я, опять же, не анализировала средства массовой информации, но если так, в общем, задуматься, что, допустим, возьмем телевидение, что, наверное, есть каналы, которые четко ориентированы на негатив. Например, одну и ту же новость можно преподнести по-разному. Допустим, недавно новостной сюжет. В Магаданской области снегопад, ветер, шквальные похолодания. Одна телекомпания преподносит это репортаж, который сделан был корреспондентом из Магаданской области, где человек это не преподносит как нечто удивительное или просто штатная ситуация, просто вот так произошло, то есть циклон, похолодание. Другая же телекомпания дает картинку на экран, но не преподносит слова журналиста и идет комментарий, что чрезвычайная ситуация, буквально там школы закрываются, все движение встает, люди отказываются на работу выходить. То есть, опять же, вопрос, почему? Наверное, чтобы сформировать в читателе, в зрителе негатив и чтобы, наверное, как-то отвлечь от главного. Давайте, чтобы мы не были голословны, давайте посмотрим. Вот я открыла, собственно говоря, новостную ленту Яндекс на нынешний момент, на текущий. В МВД Франции проверили информацию о задержании тулузского террориста. Медведев назначил Рогозина своим спецпредставителем по Приднестровью. Но это, можно сказать, нейтрально. Да? Госдума отказалась запросить СК о хулиганстве в храме Христа Спасителя. Глава СКР уволил ряд сотрудников в Татарстане. Открытое письмо главе Роскосмоса удалено с сайта РКС. Совбез, он поддержал планы, Анна, так, это что-то такое тоже нейтральное. В общем, получается, что новость либо нейтральная, либо умерла, погибла, хулиганство, опять же, наша казанская милиция и так далее. За 2 суток в Мексике произошло 19 землетрясений. Вот мне вспоминается случай, рассказанный одним знакомым священником, отцом Андреем, что он летел однажды в самолете, и его соседом оказался редактор очень известного ресурса. Если я не ошибаюсь, речь шла об «Эхо Москве», но я могу ошибаться, поэтому точно говорить не буду. И они как-то всю дорогу разговаривали, и вот в конце концов редактор сказал, что что-то у него случилось, какая-то переоценка. Не то чтобы там отец Андрей как-то его просветил или просветлил, но что-то такое произошло. И отец Андрей ему в шутку сказал: ну и напишите об этом в новостях, что вы что-то там, ну как-то такое хорошее поняли. Он говорит, и отец Андрей мне потом рассказывал, говорит, вот интересно, говорит, я эту фразу запомнила, потом очень долго обдумывала, так ли это. Он сказал, ну что вы, говорит, батюшка, такой глупости такие говорите. Говорит, новости бывают только плохими, хороших новостей не бывает. Это не новость.
Это, ну, такой каламбур, курьез, да, анекдотический фактический случай, но а на самом деле может ли быть новость со знаком плюс, или это не новость? Кто как думает, да? Мне кажется, новость со знаком плюс, она просто в зданиях определенного формата, там сплошняком позитивные новости какие-то. Какая вообще, что значит хорошая новость, это, ну, непонятно. Это какое-то событие или что это должно быть, то есть, во-первых, что такое хорошее, что такое. Во-первых, людей как бы, ну, по природе интересует собственная жизнь, да, и то, что ей там угрожает, возможно, все эти негативные новости, конечно, они отслеживают ситуацию, то, как бы, то, что волнует, то, что их касается, то, что может им как бы пригодиться в жизни, это знание, да, для, чтобы себя обезопасить. Поэтому все смотрят, но, ну, в первую очередь цепляются взглядом за эти негативные какие-то новости. Вот, а там, допустим, какие хорошие, там, благотворительность кто-то кому-то сделал, да. Я вот, ну, в блогах присутствую, наблюдаю, допустим, когда появляется пост о том, что кто-то куда-то съездил, кому-то что-то там привез, какую-то одежду, да. Ну, это почти никакого отклика не вызывает у людей. Соответственно, не пользуется абсолютно популярностью никакой. И, ну, издание, чтобы рейтинг держать себе, они как бы... У меня сейчас мелькнула такая шальная мысль, что для нас новости – это что-то такое похожее на раздражитель для примитивного организма в среде, который надо отслеживать для своей собственной безопасности. Да? То, что раздражает, то дает какой-то маркер и знак, куда ходи, куда не ходи, ну, если что-то. Да? Что какой-то рефлекторный, на самом деле, механизм. Да, картину мира какую-то люди выстраивают, что вот, менты там плохие, да, допустим, их надо бояться, это вот там террористы там в Египте где-то. Вот. И, соответственно, они выстраивают себе картину мира на основе этого. То есть новости как флажки, куда нельзя. Должны быть новости, я считаю, ну, объективные просто и профессиональные. Вот все. Что такое? А каждый сейчас имеет объективные, ну, освещены, должны быть с разных точек зрения, ну, или постараться, по крайней мере, взглянуть, как бы, ну, постараться взглянуть. Они не будут объективны, я понимаю, там зависит от политики издания, от журналиста, от каждого конкретного, да. Но постараться профессионально донести это, чтобы, ну, информацию, какая есть по этому вопросу, да, ее выложить, не скрывать, не ангажировать. Там. Ну вот Шура сказал о том, что у нас переизбыток новостей, мы живем в каком-то очень перенасыщенном... Вот еще Олдос Хаксли сказал, что мир там будет там таким, что мы потеряемся в море этой информации, где там дезинформация, где там правильная информация. Ну, уже не разберешь, соответственно, мы какая-то массовая шизофрения в этом смысле наблюдается, и бесполезно что-то. Кто там боялся... Второй писатель как бы говорил о том, что будет все запрещено, а Олдос говорил, что будет столько много всего, что уже перестанут реагировать. Да, фокус в том, что из этого большого потока мы выхватываем какие-то отдельные вещи, которые как мозаику складываем в общую картину. А поскольку новости транслируются, там тот же Яндекс смотрит вся страна от Москвы до Владивостока, да, у нас получается некоторая общая подложка, общая картина мира, которая составлена как из пазлов. Одним каким-то ковром. У кого большее количество, соответственно... Вот ужасно интересно, как это происходит, почему, какие именно вещи. Да. Вопрос следующий. Вот вы сказали, что вы общались с членами семей, там, ну, тех людей, которые так или иначе пострадали от насилия. А как вы считаете, ваша статья вышла в итоге объективной? Вышла ли объективная вот статья? Вроде, про... Да. В смысле... Как сказать? Я думаю. Что, в смысле, отражает ли она проблему, да? Или отражает ли она трагедию этих семей? Насколько, нет, насколько она объективно отражает вот эту ситуацию? Ситуацию, я говорил, насколько 100 тысяч жалоб на... Правдиво, объективно, да, то есть... Насколько правдиво? Ты именно про правдиво, да, или у меня про... Вот возникает такая, у меня возникает такой вопрос, когда ужасный репортаж пишешь, но в данном случае проблема гораздо хуже, чем мы можем ее описать. То есть творится жуть везде, повседневно. Вот. То есть сейчас в данный момент кого-то пытают, да, вот, многих людей сейчас пытают, вот в этот момент, да. Мы ничего об этом не знаем. Вот это редкие какие-то мы писки издаем. Вот. Потому что вы пообщались, да, со многими людьми, это у вас... Не, ну да, я постоянно общаюсь с правозащитными. Вот мне вчера сестра сообщила, что... Вот известно, что в Химках сейчас кого-то там жутко пытают, да, вот какой-то парень, дагестанец, там, вот его там, ну, и там, вот был адвокат, он рассказал адвокату, что происходит, там, ну,
Вот такая же совершенно картина, да? Вот это было позавчера вечером. Вот. Ну, все время это происходит. Мысль. Дело в том, что, на мой взгляд, новости не имеют значения, насколько много позитивных или негативных. Здесь главное качество новостей, опять-таки, даже не объективность, объективно может быть только, наверное, Господь Бог. А при, ну, в аргументации этих новостей, при принесении. А в наше время новости, я не думаю, что проблема в том, что их слишком много. Алло. Проблема в том, что новости — это один из способов манипуляции, опять-таки, общественным мнением. Способ манипуляции? Да, причем, если это негативные новости, это умелая манипуляция тем, что у нас может быть собака укусила старика, и там руки мелится, все это ставится в один ряд. Алло. Общество нелепее стало реагировать не потому, что оно жестокое, а потому что человек, он понимает, что дальше не идет. Алло. Вы действительно думаете, что газетчики, ну скажем, если эти газетчики манипулируют как-то новостями? Нет, я хочу сказать, что здесь я не верю в теорию заговора, что они реально манипулируют. Но есть векторы, вот я как раз к этому хотел подойти. Векторы, заданные властью, это опять-таки не теория заговора. Заданные эти векторы заданы были еще 80 лет назад. И когда вот мы сейчас много о чем здесь говорили, мы часто путаем следствия и причины. Здесь как бы такая толика лукавства. Как это не цинично звучит, мне кажется, что это вот то, что случилось, это обычно. Все это знают, что это случается так или иначе. Здесь вот этот случай для меня говорит только не о профессионализме милиции в данном контексте, в том, что они допустили утечку информации. Если бы этот человек не попал бы в больницу, это был бы один из тех случаев, который канул в лето. И не нужны здесь эмоциональные, верим мы или не в это, не верим. Есть такое понятие, как статистика, вы очень верно сказали, сколько было подано жалоб. Наложить статистику, сколько у нас людей осуждено только на основании или признаний, наложить одно на другое, и все становится ясным. Я позволю себе с вами не согласиться в этом плане, ну то есть, вернее, не согласиться с частью вашего утверждения о том, что эмоционально это не важно. Потому что мне кажется, что бывает такой момент, когда вот, ну, новость прорывает. Да? Я понимаю, я здесь немного опять-таки был категоричен для того, чтобы дать такой акцент на это. Но здесь основная главная проблема в том, что, ну, я думаю, все об этом понимают, то, что милиция или там любые части силовиков, какие-то вертикали власти, они не плохие, не хорошие, они действуют заданно определенному вектору. Вектор – это получился такой необычный, как достаточно необычное существо, с одной стороны, административно-командная система, которая осталась от Советского Союза, но наложившаяся на современные товарно-денежные отношения. То есть, и вот с этим это сыграло злую шутку. И дело в том, что те люди, которые в милиции, они, я не говорю опять-таки без теории заговоров, они логично, вот именно такие люди нужны в современной милиции, потому что самый главный критерий – не профессионализм. И самый главный критерий – это исполнение вышестоящих определенных правил игры. По этим правилам игры их и подбирают. Все остальное – моральные, нравственные аспекты, их толика профессионализма здесь неинтересно. То, на что они выстроены, они это обеспечивают. А выстроены они на обеспечение порядка. То есть порядок может быть на кладбище, в армии, но у нас абсолютно отсутствует правопорядок. И этот правопорядок, он не нужен при системе, при современной. Вот так. То есть вы считаете, что таким образом порядок у нас существует? Именно таким образом. Не потому, что люди плохие или хорошие, и от этого. Потому что это, ну, укладывается в общие правила игры, которые были приняты. Кем? Эти правила игры были приняты тем обществом, которое появилось после 17-го года. Я не принимала эти правила. Да, но я что хочу сказать, эти правила игры устраивают патерналистические государства. У нас нет, стоп. У нас здесь сидит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 человек. И, в общем, это какой-то срез общества. Нас, конечно, мало, но мы как в капле отражаем систему. Поднимите руки, кто соглашался с этими правилами игры? С какими правилами? Молча мы все согласились с ними. Да, потому что, а что мы делали, кроме чтобы их поменять, и что мы можем сделать, чтобы их поменять? Угу. А если мы как бы с этим не боремся, то мы принимаем. Как мы можем с этим бороться? Ну, я не знаю, если честно. Я думаю, просто это никого не касалось напрямую, поэтому не было. Хаос там, милиции, там я тоже снимал, угу. там,
один раз там на лошади там милиционер снял, он спрыгнул, там давай меня прессовать, короче, там пожестко, без всякого там знания про. Это и возле там супермаркет также было. Борьба идет, там какая-то там единичные блогеры там как-то там акции организовывают, да, там против этого. Но это какие-то капли в море. Ну, мне кажется, ждут, что как бы сверху все-таки кто-то тоже, да, начнет это все. А то, что они там показывают сверху там реформирование. Сверху или снизу может быть решена эта проблема. Да? То есть, мне кажется, что здесь можно провести некоторую параллель с тем, что произошло в последнее время у нас на площадях вот со всеми этими митингами. Когда в начале декабря, в ноябре еще никто даже не подразумевал, что люди вообще будут выходить массово на площадь и как-то сопротивляться, и мысль о том, что кто-то там может претендовать на место президента, даже не рассматривалась, а в результате все это закончилось таким вот серьезным гражданским движением и даже вопросом о том, изменит ли это гражданское движение общества, несмотря на то, что, в общем-то, президент остался той же фигурой. То есть пошло какое-то движение снизу. Интересно, вот эта ситуация с милицией, она может быть изменена только сверху или движение снизу тоже необходимо для того, чтобы это поменять? А как вот рассчитать этот эффект снизу и сверху? Может быть, вот это есть эффект, да, снизу, что вверх шевелился и что-то сделал, мы не можем эти связи все последить. Ну, вверх, там, понятно, что сделал, переименовал дальний в ближний, поставил стеклянные, да, и сделали капитальный ремонт. По поводу этого ремонта, кстати, я сразу, там понятно, сразу все было, я даже сделал стрит-арт акцию, там выкрасил мусорки синего цвета, там полиция написала на них, как бы, чтобы показать, что это вот, внутри ничего не изменилось. То есть, там, это ваша акция? Да. Расскажите про эту акцию, это интересно. Ну я ночью поехал, как бы мне помогала там девушка, как на камеру снималась, парами светил там машину. Написал через трафарет, да, полиция, как бы там такие синие красивые были мусорные ящики, было там 8 штук. Я написал и снял это все, выложил блог. Угу. Это имело какой-то резонанс? Ну, это, конечно, Плуцер даже, это как бы у тебя репостил, то знаете, Плуцер. То есть это была, в принципе, ваша гражданская позиция? Да, это ну, высказывание было по поводу вот этого, того, что я вижу тут, на самом деле. Ну, это, конечно, ничего не меняет. Так же и митинг, я боюсь, что это нивелируется эффект, вот они превратились уже как развлечения все. А вот на митинг они уже один за другим идут, да, но эффекты как бы могут собрать. А, хорошо, мы подошли к такому вопросу, меняет или нет что-то в обществе, ну какие-то проявления, заявления о нашей гражданской позиции, то, что мы делаем в открытую, выходим на площадь, перекрашиваем мусорки, говорим свое «нет», там снимаем ролик, выкладываем на ютубе. Там снимаем на камеру даже мобильного телефона насильника, убийцу и выкладываем в интернете, да? Меняет это наше общество или нет? Я думаю, да. Это медленно какая-то все, это какая-то критическая масса накапливается. Спасибо. Имею в виду объективность, отражена ли с точки зрения милиции в материале? И насколько она отражена? Отражена, да. Автор говорил с главой ГУВД. Сейчас он чуть по-другому называется, по-моему, Главное управление МВД, по-моему, да, сейчас называют, по Казани. И этот диалог есть в тексте, он очень красноречивый. Да, там. Ну да, я пришел туда с вот XR Крахеева, который сын завезли. Там убеждение в этот момент. Я говорю, что мы пришли вот с этой женщиной, которую сына зарезали, и в этот момент как раз этому Кадырову, ну, в смысле, главе этого МВД, звонил начальник Сафарки, глава МВД Татарстана. И он начал, ну так просто совпало, случайно. И он, давай ему приказывать, ну да, он ругается, пожалуйста. Мы сидим и слышим, что он не ругается, что делал вот что-то Назаров. Украл сотовый телефон, что оно до сих пор не доведено до конца. То есть у них они не знают, чем крыть-то. И они поэтому, значит, хотя бы вот довести это дело до конца, что значит, ну да, изнасиловали мужика, да, убили, типа, но он же сотовый телефон украл, это же не вот. И мы сидим, это все, значит, слушаем. Он слушает этого Сафарова, потом берет, значит, звонит своим этим операм и говорит, так, ребята, все, быстро поехали, быстро довели дело до конца, чтобы это все. Вот. Мы это слушаем, потом он так на нас смотрит, так, что, ну, вы что, пришли? Мы ему говорим, вот там у женщины зарезали сына в ГУВД.
Говорит, так, я этим не занимаюсь, у меня этим занимается Следственный комитет, я расследованием не занимаюсь. Мы говорим, ну, хорошо, да, не занимайтесь, но ведь вы же с этими людьми работаете, вы можете хотя бы служебную проверку провести, там, вы их в звании повысили с тех пор. Он говорит, ну, если я не занимаюсь, вот Следственный комитет, если дело не завел, значит, все, я с этими людьми и буду работать, у меня, я без сотрудников остаться не могу. Все, до свидания. Вот. Ну, вот он, то есть, как бы, вот его приоритеты, они были совершенно понятны. Ну, действительно, вот как вы сказали, да, что он занят одним вопросом, выполнить то, что начальник сказал, да, но он по этому принципу, у него сознание организовано и все системы ценностей. Да. Да. Можно вопрос? Я хочу задать вам как вопрос как представителю СМИ, потому что я мало отношений, я инженер по профессии. Вот. Вот, вы ездите, разузнаете все это, освещаете все эти события, там обсуждается объективно, вы там освещаете или необъективно, а насколько они решают проблемы, которые складываются? Вот мы завтра все прочтем вашу статью, да, и насколько... Вы можете быть сегодня. Насколько это поможет решить эту проблему, которая возникла, все вот эти расследования? Насколько новости, вот мы прочли там заголовки Яндекса, да, там я половину уже не помню, что там произошло, там где-то что-то от меня мало касается, да, и я прочту и забуду. Насколько вот эти все оповещения событий, насколько они для нас важны и решают ли они проблемы, которые вы оповещаете? Вот насколько они важны, это вот другой вопрос, да, а насколько они решают проблему? Ну так, у нас после того, как значит, ну, наступил путинские времена, у нас постепенно как бы и пресса, и там всякие экспертные организации, они переориентировались постепенно с общества на власть, да, то есть вот зачем мы типа пишем, для того, чтобы повеселить народ, для того, чтобы какое-нибудь начальство почитало и вдруг чего-нибудь решило, да, такой механизм, да, мы буквально до Нового года, мы не, ну вот вернее, до этих последних выборов, как бы всерьез не рассчитывали на то, что общество может, что-то может, да, вот. Сейчас, мне кажется, надо, то есть то, что журналист написал, это какая-то одна часть, да, общей какой-то деятельности, а дальше вот нам все вместе, если мы что-то хотим изменять, нам надо договариваться, как мы будем это делать, да, то есть, ну, никто за нас ничего в стране не сделает, ну, в смысле, надежда, что государство само себя реформирует, мне кажется, ну, она, мы должны уже убедиться в том, что она, ну, это просто надежда нереальная. Мне кажется, это технически невозможно, потому что это как самому себе вырезать аппендицит. Да, самому себя, да, вот, да. И она, вот она, я думаю, что люди, как бы, чиновники государственные, они и миссию свою видят, в общем, в том, чтобы все как работало, так продолжало работать. То есть, вот, и слава Богу, вот, пускай они хоть это, как бы, делают, да, реформировать то, что в стране происходит, должно общество. Вот оно как бы немножко вдруг, как кажется, начало так соображать, что люди могут объединяться, там как-то, вот, ну, меня реально поразило вот то, что на участках происходило, да, 4 марта, да, то есть участки были забиты наблюдателями. Вот, приходят, ну, то есть я прошел 9 участков, и там везде сидят симпатичные такие вот люди с умными глазами и следят. Ну, вот. Мне кажется, произошла еще одна вещь, да, люди стали что-то делать, и с недоумением, иногда ужасом, иногда восторгом, но вообще с какими-то очень сильными чувствами обнаружили, что их действия имеют последствия. Да, да. Причем, ну, такие совершенно конкретные последствия, что это вот эта позиция в серии, а что мы можем сделать? Делай, не делай, все равно ничего не происходит и происходить не будет. Была новость о том, что пропал ребенок в Брянске, кажется. Да. Я все не могла понять, ну, почему. Я прочитала в интернете, там, вот не раз я натыкалась на эту новость, она постоянно лезла мне в глаза. И когда я сказала коллеге по работе, ой, представляешь, что тут пропал ребенок, и весь интернет будет, о, да это 2 дня там по ОРТ, по РТР об этом говорят все и вся. Может быть, я чего-то не знаю об этой новости, но вроде нет насилия, пропал ребенок, но они пропадают, ну, очень много и достаточно часто. Да. Что случилось? Почему об этом говорит там все там центральное телевидение, интернет? Почему 100 детей пропало, ничего не говорят, да? Почему про этого ребенка говорит? И там, я не знаю, сотни полицейских ищут, 25 дел раскрыто. И что самое забавное, это там, не знаю, 3 дня об этом там жужжали, говорили. И вот я буквально там сегодня или вчера я пыталась найти какую-то... Ничего нет. Последняя новость там какого-то там числа,
что там 25 дел раскрыто параллельно, ребенка пока не нашли, там. Вот это тот вопрос, который я задавала в начале. Очень интересная механика вычленения одной новости из потока аналогичных, да, которая становится взрывной. Вот, может быть, Михаил что-то скажет по этому поводу? Насколько я сейчас, в общем, не знаю, что сказать, а по данному случаю, там, насколько я знаю, пропал 9-месячный ребенок, бывает редко. К сожалению, попадают дети более старшего возраста, которые попадают в город, идя куда-то. Вот. Это, к сожалению, это не становится новостями национального масштаба и даже там регионального. Бывает, метро видишь, фотографии все пропало, и он пишет и там. А вот. Школьного возраста. К этому мало внимания, это бывает, есть организация, которая ищет детей. На «Эхо Москвы» я как-то слышал интервью большое с главой этой организации, они там вместе с МЧСниками сидели, мы с ней ругались. МЧСники считают, что эти немножко крутятся под ногами, те считают, что МЧС не выполняет свои обязанности, а МЧС говорит, что наши обязанности вот они, в общем, где-то там кончаются. То есть, опять же, некоторая, шок некоторая скандальная должна быть, да, то, что ребенок 9-месячный? В данном случае, насколько я понимаю, вот пропал 9-месячный ребенок, то есть сам он туда, естественно, уйти не мог, значит, по-видимому, если родители где-то не встали. Вы в курсе этой истории, да? Нет, у меня, не знаю, может быть, вопрос, комментарий, предположение. Просто вот с этим вот колоссальнейшим уже накопленным запасом недоверия к нашим СМИ, к нашему государству, у меня такой вопрос, а может ли эта новость быть, скажем так, предпосылкой к какой-то готовящейся реформе вот в этой Брянской области, например, снять губернатора или снять руководителя МВД, это вот с запасом вот таким вот. То есть вы подозреваете, что если какая-то новость прорывается... Ну, конечно, об этом начинают говорить федеральные каналы. То, что 100 тысяч человек выходит в Москве, об этом федеральные каналы не говорят. То, что пропадает ребенок, тут же все федеральные каналы говорят. Соседей пошел какой-то шум, то есть это, ну, как-то по городу круги пошли, это Может, две составляющие механизма появления новостей выделили сегодня, да, это способность громко шуметь тех, кто вокруг, раз, и некоторая необычность, скандальный контекст новости, два. Я боюсь, что я в обморок упаду, потому что мы обсуждаем две какие-то совершенно разные темы. Параллельно, да. То есть это реально сложно, мне кажется, что мы ни к чему не придем. А можно я попробую обобщить? Чему пришла моя голова после того, что я все это услышала? Дело в том, что получается, во всяком случае, я говорю за себя, есть два мира. Мой мир, в котором не пытают, в котором не только не моих знакомых не пытают, но и мои знакомые не пытают. Об этом даже не говорят, потому что, ну как, это кощунственно, среди моих знакомых таких нет. Есть другой мир. Информационное пространство, где пытают, где убивают, где происходят кражи детей. И дело в том, что вот этот мост между одним и другим миром, он довольно странный. Вот вы говорили насчет людей, которые наблюдали за выборами. Это вот тогда, как вот мостик тот, когда люди вот из своего мира наблюдают за другим. За информационным миром и могут на него повлиять. Uh-huh. Потому что в большинстве случаев ты сидишь в своем мире, ты не можешь, думаешь, что ты не можешь повлиять на то, ну, на то, что дальше в своем мире. Uh-huh. Вот. Ну, и мне кажется, вот этот случай с наблюдателями, чем больше таких вещей будет, и чем больше это будет транслироваться в СМИ, тем лучше будет меняться общество, потому что если мы думаем, что мы сможем что-то делать, и чем когда мы все понимаем, что вот он что-то сделал, я тоже могу что-то сделать. И для меня это важно. Я хочу, чтобы ребята младше меня, которых я знала, росли на вот таких вот новостях, что вот я могу что-то изменить. И в случае с пытками
Да, мы должны знать, что это есть, но мы должны знать, что мы можем что-то сделать, чтобы этого не было. Это самое главное, что может сделать журналист. Ну, как мне кажется, как журналист, что можно что-то сделать. Ну, да, да. Вот была, например, вот когда ты еще очку, да, там, ну, то есть, в смысле, елочку посудят, но вот была там акция, люди вышли на, с метро с плакатиками там, «Свобода Таисия Осипова». Ну, я не знаю, знаете, может быть, эту историю, да? Там, ну, это, жена там какого-то нацбола смоленского, которую местный там центре посадил, подкинул ей наркотики, мы посадили, потому что, значит, ну, просто мстили ее, ее мужу ее, вот. И, ну, и она, у нее там ребенок, а у нее диабет тяжелый, в общем, как бы скандальная история, вот, и вот там порядка 200 или 300 человек в какой-то момент вышло с, на одиночные пикеты, каждый к своему метро, ну, просто с этим плакатиком. Ну, вот я тоже ходил там, постоял с плакатиком с этим, вот, и люди подходили и спрашивали, ну, как бы интересовались, узнавали, в чем дело, там, это самое, да, а потом спрашивали, ну, а сделать-то что можно? А поскольку так акция была достаточно стихийная и быстрая, то никто не подготовился, я не знал, что можно сделать. Но это первый вопрос, который люди задают, действительно. Вот мы что мы можем делать. Но вот с пытками, кстати, я надеюсь, что ситуация лучше, потому что, ну, в смысле, в том смысле, что уже действительно там довольно много людей по этому поводу работали, думали, и в течение ближайших, буквально, я думаю, недели, там будут правозащитные организации, они как-то сформулируют, что действительно можно и нужно делать. И дальше, ну, вот мы все можем как-то это там пропагандировать, там, не знаю, подписывать, выходить на какие-нибудь тоже акции. И как бы государство подталкивать к тому, чтобы оно какие-то меры предпринимало бы. Ну, то есть это нормально, просто мы не привыкли к тому, что это нормальная на самом деле работа. Как бы, да, как бы. И поскольку мы реально все выросли на советской действительно, да, вот этой всей административной системе, то мы не понимая, ну, не понимаем, не привыкли к тому, что общество это часть гражданское, это общество, это как бы такой тоже, ну, как бы такой мягкий, но механизм, который должен работать, чтобы ситуация была нормальной. Ну, это как бы вторая часть, да, на самом деле. Одна часть государства, да, другая часть гражданского общества. Одно без другого не работает. Советский Союз – это осмышление. И от нас Советский Союз, в основном, никуда не ушел. Ну да. Вот. И у меня, я не знаю, насколько я не профессиональный, далеко журналистский человек, но вот задали вопрос, как новости выходят, какие становятся на первой полосе, которая уходит в небытие. Вот мне почему-то подумалось так, я не знаю, может, вы меня поправите. Опять-таки, новость — это какое-то агентство, правильно, там, Райтер или еще что-то. На мой взгляд, вот я к этому пришел, когда у нас очень много появилось маньяков, педофилов, я подумал, ну, я не верю в то, что их больше или меньше. Я думаю, что новости, здесь параллельно можно провести, предположим, случилась вот эта история в Казани, если одновременно выходят на одновременно похожие новости, то есть здесь ребенок, здесь у нас маньяк обиделся, еще что-то. И вот эта новость, она исчезает среди остальных негативных. То есть я думаю, что это в чем-то манипуляция. То есть мне не надо покупать всех журналистов и что-то им говорить. Достаточно иметь какое-то аффилированное несколько рейтинг-агентств и эта новость уже пойдет. Вот. Мне кажется, что это есть. Может быть, я не прав, может быть, в этом есть какой-то смысл. И опять-таки, даже если даже предположим, что это какая-то надуманность с моей стороны, то тогда в том случае возникает вопрос, а если у нас только негативное сейчас появилось, и всему же должно быть объяснение, нам тех же самых маньяков не присылают, или у нас нет охоты на детей. Значит, есть какие-то социальные проблемы в стране, так же, как вот в Казани случилось с этим инцидентом с милицией, которые говорят о каких-то глубоких внутренних кризисах. Это как температура больного. И мы боремся с температурой, мы ее сбиваем, но сам больной, он в любом случае может быть выявляться в различных формах. Вот эти. То есть это все последствия какого-то глубокого изначального. Ну, видимо, этот кризис дошел до какой-то такой точки, когда все это начало прорываться в информационное пространство или нет? Ну, у нас вообще вот в некотором смысле странная журналистика, причем вот не связана никак ни с политическим режимом. Это было связано в советское время.
значит, а сейчас-то нет. А у нас ведь вообще не пишут о преступлениях, и нет интереса к новостям о преступлениях. Вы имеете в виду криминальные хроники? Ну, хроники, да, хроники и, ну, каким-то вот материалом, который уже уходит за рамки хроники. В Москве, например, ежедневно происходит примерно 6 убийств. Это очень много. В сравнении с Европой это очень много. А это никто не скрывает, это известно. То есть ты можешь прийти утром на брифинг в ГУВД, или позвонить, или получить сводку, и там написано 6 убийств. Ты можешь позвонить пресс-секретарю ГУВД Москвы, съездить к нему и выяснить, что это за убийство. И можешь заинтересоваться каким-то из них, и начать его пытаться расследовать. Это довольно трудно у нас, милиция неконтактна, но при желании можно. А вот, но это никого не интересует. Это просто не интересуют журналисты. Этим не интересуются, этим не интересуется публика. То есть на этом, ну, в конце концов, если говорить с прагматической точки зрения, там западные газеты делают на этом тиражи, у нас газет не делают тиражи. Почему? Я тоже долго на это думал, об этом думал, работая там в разных СМИ. Я подумал следующее, что, ну вот, видимо, город, если это не российский город, а западный город с более традиционным обществом, он чувствует себя традиционным в европейском смысле, в смысле модерна, такого традиционного модерна, скажем так, а он чувствует себя неким комьюнити. Там, если кого-то убили, то это вот вырван как бы кусок из этого комьюнити. Потому что человек, как правило, никто не знает. Мы не чувствуем себя комьюнити. То есть мы опять возвращаемся к некоторой подложке гражданского общества, да? Ну, то есть я думаю, что если в Калуге что-то такое происходит, это встряхивает, то есть там, конечно, нет такого количества убийств. В Москве мы чувствуем себя в комьюнити совершенно, в Петербурге почти, и так далее, миллионник. Вот я попробую объединить две темы. Шура, ты сказал, что они раскалываются, и у нас происходит некоторое расщепление такое, да? Как они до меня объединяются в моей голове, которая тоже, в общем, немножко рвется на части от двух линий. Мы говорим о новостях и о механике новостей, о том, почему так получается, вот у нас именно такая картина мира. И мы говорим параллельно о гражданском обществе, о проблеме пыток и о том, может ли это общество что-то сделать. Я правильно, да? Вот эти две линии, они такие же у тебя, да? Потому что каждый считывает сейчас тоже эту свою информацию. Для меня они объединяются таким образом. Ведь новости, я имею в виду не только ленту информагентства, а вообще вот полотно, которое насыщено событиями, это тоже, в общем, некоторый отпечаток гражданского общества. Сейчас невозможно представить себе новости без учета благосферы. Невозможно представить себе, чтобы журналист раскручивал какое-то событие и не посмотрел, обсуждают ли его в блогах кто и как. То есть сейчас новость – это нечто большее, чем просто сообщение о том, что случилось что-то. Это некоторая публичная дискуссия в обществе, которая разворачивается на многих площадках, и, собственно, и сейчас здесь в том числе. И для меня вот эти вот две темы, они объединяются как раз вот в этой точке. Меняются ли новости таким образом, что мы начинаем слышать и слушать друг друга, и становятся ли новости какой-то точкой диалога, точкой пересечения, которая говорит уже о нас, как о некотором, ну, немножко гражданском обществе, способном задавать и решать проблемы. Я могу программу телегу про новости. Мне вообще, конечно, мне кажется, что, ну, что понятно, что журналистика – это такая амбивалентная такая деятельность. Мы занимаемся одновременно как бы информированием и пытаемся разобраться в каких-то объективных проблемах. С другой стороны, мы занимаемся тем, что мы, как бы, вас развлекаем. Да? То есть мы – это индустрия развлечений. Вот. И вот она существует на как бы на вот этой грани. Есть информировать, просвещать, развлекать. Да, есть издания, которые, ну, как бы вот этой стихии развлечения, они отдаются как бы всей душой, там, да, вот я не знаю, там, ну, желтая пресса, да. Лав-Ньюс, там, например, Ну да, вот. И она как бы, она уже не
ну, она уже так совершенно играет этими новостными, как бы, всеми. Всю душу, прошу. А? Вы сказали всю душу, эти life news, я говорю, life news нет души. А, нет, ну я не знаю, ну как сказать, но просто есть желтая журналистика, которая, ну, как бы, она иронично относится к такой физической реальности. Она для нее просто только как это самое. Вот. А мы как бы вот пытаемся и то, и другое. Но с другой стороны, мы понятно, что развлекание. Новости эти все, вот, которые там Свет прочитал, это развлечения. Это мы их печатают, потому что мы их читаем. А они, люди, которые сидят в начальнике там, в этих в агентствах, они, как бы, у них есть какое-то интуитивное ощущение, какая новость больше, какую новость надо толкать, какую не надо. Как бы. Они видят количество кликов, там, да, лайков. Ну, то есть это все происходит стихийно. При этом это все, ну, на мой взгляд, это, ну, чистейшая наркомания. То есть это, вот эти все новости, это просто мусор, который это, мы все живем мы информационные наркоманы. Это все настолько же вредно, насколько вредна водка, там, не знаю, и это все отвлекает, безусловно, это все существует, потому что мы вот настолько, насколько мы сидим в этих новостях, это настолько мы не хозяева своей собственной жизни, настолько мы не думаем о своей жизни критически, да, потому что когда мы читаем, ну там 99% вот этого, значит, информационного мусора, который мы поглощаем, не имеет нам ни малейшего вообще отношения. Вот. Мы, и если, ну, вот, как бы, поскольку нас Казань не слышит, то я назову это своими словами. Это вот есть такая прекрасная певица Умка, вот она это отлично назвала всемирный пиздеж. Вот это все, это просто часть всемирного пиздежа, на мой взгляд, вот, к которому мы все вот тут вот имеем непосредственное отношение. Представьте себе сознание, ну, какое-то сельское сознание до модерновое, да, ну вот. Когда человек там жил у себя в деревне и думал о том, что не, о тех вещах, которые его окружают. У них тоже было наполнение новостями. Просто это был не Facebook, не ВКонтакте, не Яндекс. Да, это была площадь, куда все приходили, или место возле церкви, или баба Фрося, которая зашла и рассказала, что молоко скисло, поп переспал со служанкой там, и так далее, и так далее, и так далее. Но этого «так далее» было в тысячу раз меньше. Так и поселок меньше. А? Так в том-то и дело. Но эти все вещи, они имели, безусловно, на мой взгляд, ну, гораздо большее отношение к жизни этого человека, чем... То есть так вот жили наши там еще бабушки и дедушки, да? Вот. И, ну, вот... Ну, то есть мне кажется, что задача, как бы, ну, человек, вот за последние эти там 100 лет человеческое сознание, оно стремительно коллективизируется, ну, то есть экспоненциально, да, угу. Вот. Мы все больше начинаем думать о, то есть, ну, вот время, да, вот я там 5 минут в день думаю о том, о собственной экзистенции, как бы, да, о том, кто я такой, и там все остальное время я думаю о, ну, там, о множестве вещей, в частности, там, как бы у меня загружено в голову какое-то количество, вот как мы все якобы живем. Ну, то есть мы все в большей степени превращаемся в муравьев. Матрица. Вот, да. И начинаем жить коллективной жизнью, а не личной. И поскольку мы в этом выросли уже, мы к этому привыкли, нам это кажется нормой. Вот. Но как бы вот для наших там, я думаю, что вот там недавних предков, они бы не поняли вообще, почему мы этим интересуемся. Послушай, ну есть же какая-то потребность на уровне физиологии делиться новостями. Ведь когда что-то происходит, очень надо об этом рассказать. Когда что-то трагическое происходит, да, но у нас ничего, первое, что делаешь, дело в том, что вот это обилие новостей связано, в частности, с нашей этой буржуазной офисной житухой, в которой реально-то ничего не происходит. С нами не происходит никаких приключений, да?
Вот. Зато у нас есть этот новостной поток. Да? Mm-hmm. Вот. Ты хочешь сказать, что это некоторые заменители? Конечно, безусловно, это резиновая женщина. Да, вот. Это резиновая женщина, она там как-то отражает как где-то там какую-то физическую реальность. Вот. Иногда кому-то повезет, да, и у него там приключения происходят. Вот да, да. Хорошо, я предлагаю провести эксперимент. Такой достаточно рискованный, да. Если кто сказать, зачем тогда вы пишете? Ну, нет, нам платят зарплату, первое, и главное, да. Второе, нам дают возможность ездить и на эти приключения как-то смотреть своими, с вами общаться с живыми людьми. Ну да, не, ну слава, конечно. То есть писать для русского репортера это хорошо, а читать русский репортер это вредная привычка, от которой нужно поскорее избавиться, да? На нас смотрят как на манипуляторов. Хорошо, что нас не слышат. Ты решил быть циничного манипулятора. Нет, ну почему манипулятор? Нет такой манипуляции. Просто, ну вот как бы мы, ну то есть, мы просто балаган такой. Кажется, сейчас на самом деле не только вы, сейчас каждый человек потенциально является источником этого мусора. Каждый может завести сейчас все блоги, писать о своей жизни, о своих новостях, короче, и у него тоже... Но подожди, о своей жизни, о своих новостях, это как раз то, что я хочу поделиться чем-то своим. Это как раз то действие, которое происходит в моей жизни, а не то, к чему я подключаюсь в общественном... Да, зачем делиться с пользователями Фейсбука, поделись с женой там и все, зачем вот это вот все... Блоги, причем наполнены, если посмотреть, тоже новости разных людей получаются, то же самое, что мы видим. Там просто это более другого масштаба. Более личное. Нет, все то же самое совершенно, конечно. Да. Все производим, да. То есть, получается две такие линии. С одной стороны, мы сами являемся производителями новостей в своих же блогах, на своих страничках. С другой стороны, мы подключены к какой-то чудовищной машине, которая продуцирует общие национальные новости. Да, нет, да, получается. Мы все, да, части этой машины. Это нормально, что это происходит. Да. А что такого? Чего такого? Ну, не знаю. Мы в информационном веке сейчас находимся, да? И это давность. Ну вот Шура сказала одну мысль, которая меня на самом деле немножко встревожила так, да, о том, что мы так жадно прилипаем к Яндексу и там всяким другим информационным, там, РИА Новости и прочим ресурсам, потому что в нашей собственной жизни происходит мало каких-то вещей, которые нас будоражат. И мы ищем как бы и новости, соответственно, такие же трэшевые, которые способны всколыхнуть и дать ощущение, если правильно понимаю, да, какой-то остросюжетности жизни, да, такой. За неимением собственной внутренней остросюжетности я как бы питаюсь этой общественной, общепринятой остросюжетностью. Да, эта мысль как-то меня так вот, я сразу задала себе вопрос, пока ты говорил, интересно, а что такого происходит в моей жизни, да, что для меня является новостью, чтобы вот... Я хотела предложить такой эксперимент, достаточно рискованный, просто по кругу сообщить какую-то новость, которую вы бы написали в своем, я не знаю, блоге, не блоге, информационном агентстве. Что для вас новость вообще? Вот для меня последняя остросюжетная вещь в моей жизни была половое созревание. Вот с тех пор мне ничего такого по-настоящему важного не случалось. Ну вот, может быть, мы действительно попробуем, так просто интересно посмотреть на живых людях, да, что для кого новость на самом деле является, да, что интересно, что происходит внутри нас, как это коррелирует с пространством. Вы готовы? Ты имеешь в виду новости, которые происходят в нашей собственной жизни? Ну да, что такого происходит, да, о чем хотелось бы рассказать. У меня сначала была другая идея эксперимента. Я хотела попросить, чтобы каждый сказал о том, какая новость из общего информационного, да, и прозвучала как новость. Но Шура настолько уничтожила в моих глазах информагент, что я даже не знаю, как. Я переключилась на экзистенцию. Ну, то есть, давайте поделимся друг с другом чем-то важным. Давайте. Да, можно картину что-то представить. Ну да, просто вот мы здесь собрались, нас здесь мало, но это какой-то вот, ну, срез, действительно. Вот у нас сейчас мы какое-то общество, и мы тоже, ну, имеем сейчас здесь свои новости. Ладно, мы можем просто поговорить, не обязательно представлять, даже быть срезом общества. Ты ставишь нас очень жестко. Ну, я предлагаю не курить. Понимаете, если я начну, наверное. Я
я об этом как раз задумалась, после года, меня зовут Ксения. Я осознаю полностью то, что я сама являюсь как бы СМИ, мини-СМИ. Мне и сама... Сейчас в Казани. Сейчас не в Казани, да? Нет, нет, я говорю, сейчас как человек снимал да. Видео, которое транслировалось в Казани. Да, я была бесполезным оператором, вот, подключилась к дискуссии. То есть я знаю, что есть какая-то определенная группа лиц, которая меня читает. Это мои сверстники, бывшие однокурсники, друзья и так далее. И вот в моем ВКонтакте тоже делятся новости на несколько типов. Я делаю, ну не то чтобы обзоры, но, допустим, как делается обзор прессы, обзор каких-то событий, что ли, я стараюсь, культурных, на которые я бы сходила. То есть или я ходила, я пишу рецензии на какие-то концерты, я кидаю там ссылки на грядущие события. Сегодня, допустим, я повесила новость о том, что певец Вася Обломов выступает в Новокузнецке, в моем родном городе, и у него в этот день рождения, то есть это какой-то вообще взрыв мозга для меня, я всем своим друзьям знаю. Жаль, что я не слежу за вашим блогом, я не знала. Например, 8 марта я узнала о том, что радио «Серебряный дождь» делает проект «Лучшие мужские голоса». То есть 8 марта, я не знаю, как насчет дикторов, но песни звучали исключительно мужскими голосами. То есть ни одна женщина не спела в этот день. Я тоже кинула ссылку. Девушки, слушайте сегодня «Серебряный дождь». То есть такие какие-то. Я сходила на панихиду по проекту «Гражданин поэт». Тоже мне очень понравилось. Она написала рецензию. Это вот как бы из информационного поля. И есть вторая категория новостей, это новости какие-то в моей жизни. Личного характера. Да, я получила американскую визу. У меня это получилось очень легко, я сделала то-то, то-то, то-то. Офицер был улыбчивым, ничего не спросил, никакие документы, допустим. Или я сходила в налоговую и узнала, что наши налоговые принимают отчетность в квартал на дискетах. Для меня это было каким-то таким открытием, то есть я пошла с дискетой, я ее не держала несколько лет в руках, я думаю, а на что они перейдут потом, на флешки или на компактные диски, то есть как? Ну, что-то такое, что меня поразило, я делаю это новостью. Катя, а зачем, вот, ну, что ты делаешь, когда ты делаешь эти новости, зачем тебе это нужно? Вот Шура меня всерьез заставила думаться о вселенском мусоре и о том, что мы делаем, зачем мы делимся, зачем. Ну, я это делаю исключительно ради того, что я знаю, что меня читают. И я хочу, чтобы меня читали. Я хочу поделиться. Я боюсь, что это, знаю, иначе говоря, не с кем поделиться. Что значит это самое? Но если мы делимся это с какими-то незнакомыми людьми, то есть подозрение, что это значит, что нам не с кем поделиться. Но это я не про вас конкретно, а просто вот про это. Это про... же все мои знакомые люди, друзья. Все друзья? То есть, с друзьями как раз общение идет через контакт. Через новости, не просто через контакт. То есть, да. Я так понимаю, что вы не пишете там «Здравствуй, Оля, я хочу с тобой поговорить». Вы пишете «Открыла визу в Америку», а Оля пишет «А у меня умерла рыбка». Не, ну вот это как бы то, когда мы делимся с нашими реальными друзьями, это меня как-то меньше раздражает. Это ничего. Ну, в принципе, как волки, вот они тоже там... Там другие волки их там слышат, да. Вот. Это так как-то нормально. Ну, смотри, мы подошли к очень интересному вопросу. Очень важно, чтобы нас слышали и видели. Очень важно, чтобы нас слышало как можно большее количество людей. Тогда мы точно знаем, что мы существуем. Ну да, есть такая. Да, то есть чем больше мы отражаемся в ВКонтакте, в других страничках, тем больше у нас уверенность, что мы в самом деле, что мы такие настоящие. Правда, да? Но это какой-то прикол нынешнего времени. Нет, ну невозможно же, допустим, со всеми людьми встретиться вживую. У меня во многих городах, тем более с этими медиаполигонами, знакомые. И я не могу с ними пойти в кафе со всеми или поговорить по телефону. Но часто это либо дорого, либо нету времени, просто все сидят в сети, это удобно. Это точно такое же. А ощущение. Надо ли человеку такое количество контактов и встреч? Вот почему удобны эти короткие сообщения, допустим, почему все так подсели на смс-ки сначала, потом вот какие-то потом короткие Twitter. Сообщения, да? Они удобны тем, что их можно прочитать, когда ты хочешь, и ответить, когда ты хочешь, когда у тебя будет время.
когда ты сможешь сформулировать эту мысль. Да, то есть ты можешь пойти на день пропасть, на полчаса пропасть, можешь ответить сейчас. То есть ты сам распоряжаешься своим временем. То есть, одна сторона, это дискуссия такая, которая может быть продолжена, может быть отложена. Ну, такая механистическая дискуссия. Нет, ничего. Мы как-то ушли совсем в другую тему, да. Совсем в другую плоскость. А? Нет, мне это как раз больше интересно. Но мне кажется, что что-то в этом есть. Потому что это касается реально нас, нашей повседневной жизни, да? Нас, вот, слава богу, не пытали никого, а вот с этим мы все заняты. У меня вопрос будет, если можно, конечно. А вот что вы скажете по поводу того, что мы сейчас говорим, что новости могут быть хорошие, плохие, там, позитив, негатив, а если по другим критериям судить? Насколько они конструктивны или деструктивны, может быть, и плохая, то есть по профессионализму подачи новости. То есть я понимаю, что новость сама по себе это анонс, это не подозревает какой-то аналитики, но тем не менее, новость же это, наверное, еще как какие-то маячки, имеющие продолжение. То есть даже путем анонсирования каких-то негатива, но если этот негатив как-то в конечном итоге приходит. Ну, скажем так, дают надежду завтрашний день, может быть, я это идеализирую, или дают какое-то ощущение спокойствия какого-то, или решение проблемы, что не сам по себе негатив, вот негатив как стена, а что есть у человека к нему, ну, индивидуальное свое отношение, неясное, кажется, да, будет. Нет, ну, ясно, но просто стоит вопрос, ну, у меня стоит вопрос, можем ли мы вообще... Ну, как сказать, страна огромная, да, вот мы сидим и читаем новости со всей страны, она огромная. Как бы наше вот коллективное какое-то сознание, оно, ну, я не знаю, ну, там Израиль, допустим, да, страна там в 100 раз меньше, да, там, ну, в общем, крохотная, да, то есть там ты можешь позвонить своему депутату, да, просто, да, и не секретарша возьмет там, да, ну так же, как мы, ну, вот, ну, может, вообще, если бы у нас там районный депутат что-то из себя представляли, то мы бы там позвонил, там что-то поделился, он там, вот так же там можно позвонить этому депутату Кнесет, ну, что реально маленькая страна, да, то там я понимаю, что как бы на новости вот мы можем как прореагировать и начать что-то делать, вопросы решить, а поскольку у нас страна огромная, и то есть, конечно, в большой степени, вот, мы все это воспринимаем просто как прежде всего как жвачку и просто как потешало. Ну, тут не в размере страны дело. Вот девушка очень верно сказала. Она сказала, что это есть мой мир, а если кто-то мир этой девушки, он реален. А человек подспудно понимает, что вот этот мир, он нереален, и он кем-то создан. То есть это Первый раз, почему вот этот мостик прошел на наблюдателей. Потому что это первый реальный мир, может себя проявить. А во всем остальном он является просто пассивным каким-то вот наблюдателем, и тем самым и теряет к этому интерес, нет? Ну и блог — это как раз новости из реального мира, из вашего собственного мира новости. Есть какое-то пересечение мира моего личного и мира общего. Если что-то не хватает в моем личном, я могу тянуть из общего. Если там что-то находится. Я бы хотела вернуться к эксперименту, который предложила Света, и услышать еще мнение. Какие новости вы выкладываете на своих площадках? Да. Мне кажется, это занятно. Это есть некоторый риск, потому что одно дело написать в Твиттере, где нас никто не видит, другое дело, когда мы сидим глаза в глаза, да, здесь это немножко другой контекст. Это риск немножко открыться здесь сейчас, но мне кажется, что это интересно. Я могу сказать, что в моей жизни произошло вообще событие, потому что я хожу на дом престарелых по субботам, и там есть один дедушка, к которому я всегда захожу, и он меня пуляет засохшую булочку, которую он выдает. Потому что я, ну, он меня ненавидит. Ну, потому что он всех ненавидит. А тут в субботу я не пришла, потому что в университете было очень важное событие. Когда пришла вот в субботу, здесь, один день я пропустила. Он запомнил у меня две булки, потому что я не пришла. Понятно, да. Мне кажется, что это хорошая новость. Он просто напилась с прошлого раза. Не, он, да, он оставил ту булку, но там она вышла за то, что я прихожу, за то, что я не пришла. Мне кажется, этот бизнес такой форму привязан. Да, это очень хорошая новость. И я ей поделилась, у меня не веду блог. Вот. Вот, пора.
Главное, что ваш муж выражал признательность другим. Приятно, надеюсь. Нет, мне кажется, что это очень глубокая такая вещь, да, когда на самом деле это говорит как раз о привязанности и о любви. Мне кажется, очень красивая история. Постоянно об этом стоит писать. Еще хотела сказать, почему я читаю «Русский репортер». Не знаю, так начало фразы. Потому что мне нравятся мысли, которые я там прочитываю между строк. И мне иногда покупаю «Русский репортер» не того, чтобы мне интересна информация и объективность информации, а потому что мне интересны мысли авторов статей, потому что они заставляют меня подумать как раз о моей жизни с другой точки зрения. Вот. Так что спасибо вам. Спасибо. Дальше мы. Кто готов? Я тоже не веду блог. У меня есть три новости. Одна новость, которую я правда написала. Я как журналист корпоративного СМИ Мегафона, тут не будет рекламы, написала об успехах Мегафона. Вот, и несмотря на то, что мне это не очень интересно, но я написала. То, о чем я бы написала в своем блоге, это первая новость, хотя, наверное, это ни для кого никакая не новость, но сотрудник ДПС откровенно предлагал, спрашивал у меня денег. Вот так. То есть меня хотел лишить прав, а в итоге у меня не было денег. Я ему сказала, извините, у меня 500 рублей только, мне неловко предлагать такие деньги. Он сказал, у нас штрафов нету на 500 рублей, что вы? Вы поговорили так, а денег, правда, не было. А что хотел лишить? За невнимательный проезд на кирпич. Вот. И вот почему я бы об этом написала в блог, потому что в итоге он все-таки взял у меня деньги, правда 300 рублей, потому что у меня и 500 не оказалось. Вот. И когда он брал у меня 300 рублей, я тебе говорю, Катерина, ладно, выпьем за вас. Ну ладно, спасибо. Так, по-доброму. Да, по-доброму. 300 рублей еще. Да, но он мне как бы сам сказал, что у нас штрафов нету таких. Что за деньги вообще-то? Ну есть еще. Вот, и меня поразила, сейчас договорю, меня поразила схема, как они это все делают, мне выписали предупреждение. То есть никаких улик, мне ничего не выглядят на руки, но меня это удивило. Вот, и третья была новость у меня. Вспомнила. Третья новость, это тоже я бы написала об этом в блоге, я даже написала что-то у себя в каком-то файле где-то. Это я ходила на постановку Саши Денисовой «Разожги мой огонь», кажется, так называется, в театре ДОК. И это про солиста группы Doors Джима Моррисона. И при том, что постановка шла 2,5 часа, мы сидели на твердых стульях, и к концу было страшно, жарко, мы все вспотели, реально уже надоело уже, но долго было, правда. Но когда я пришла домой, я перечитала его биографию, пересмотрела документальные фильмы, переслушала музыку, пересмотрела его фотографии, там, я не знаю, и поняла, что нет, было, наверное, хорошо. Вот это мои новости. Спасибо. Кто-то еще готов? Может быть, вы поделитесь новостями? Медиаполигон? Медиаполигон, поделитесь. Поделитесь с нами новостями. Вот моя последняя новость – колонка в «Республике Артиллерии». Новость, которую вы бы написали в свой блог. Не знаю, что у меня есть блог, но я новости я не пишу. Не знаю, может быть, так устроено сознание. Я не перестроился еще. Когда вы пишете, разошли? Я иногда реагирую на посты людей, друзей, которые во фронте. То есть функция вашего блога? Читать, что другие пишут в основном. Мы иногда реагируем. Не перестроился. Когда мы были помоложе, начался такой период перестройка. Все должны были перестроиться. И писали газеты, что вот этот уже перестроился, товарищ, а тот еще не перестроился. Ну вот я тоже не пишу в блог, хотя у меня всевозможные блоги есть, включая ЖЖ. Я как-то даже пробовала. У меня было очень странное чувство, почти физическое. Я завела ЖЖ, потому что так было надо, потому что все заводили. Но контакт, Фейсбук еще можно понять для чего. Можно быстро связаться с человеком, если вдруг там надо кого-то найти. А ЖЖ, я думала, какую функцию будет выполнять. Я думаю, я буду туда выкладывать, наверное, какие-то свои тексты.
особенно мне дорогие, чтобы они там сохранялись вот, в моем профиле. И так и поступала. Но потом как-то мне несколько человек периодически говорили, что ну ты взяла, что ли, ЖЖ-скую, да? Я смотрела, как это делают остальные люди, и начала пробовать, потом у меня это завяло, потому что у меня было ощущение, что я вышла в поле, что-то сказала, зачем-то. Примерно как сегодня с Казанью. Они, наверное, слышат через микрофон, да? Мы тут что-то говорим, их там 100 человек, их там много, им интересно, о чем мы говорим. Мы не знаем, действительно ли они нас слышат или нет, в какой момент они нас слышат, что именно и как они реагируют на что, да, с того, что мы говорим. То есть примерно такое же почти мучительное впечатление, и в конце концов у меня это завяло. Но вот когда Гриша уезжает в другой город, как вот сейчас он в Казани, или когда я нахожусь в другом городе, мы друг другу пишем письма. Не смс, а именно письма. Тарасевич. Тарасевич, да, Тарасевич. И в этих письмах мы сообщаем, да, ну, мы муж и жена, если кто-нибудь в курсе. Мы сообщаем друг другу текущие новости, и они на самом деле, ну, такие мелкие, что о них не имеет смысла с одной стороны писать в блог, с другой стороны, но они в каком-то совершенно личном пространстве. Ну, например, сегодня у меня была такая совершенно смешная, бессмысленная новость. У меня в аквариуме сдохла рыбка. И я увидела это ночью, часа в 3. И она плавала, аквариум стоит возле кровати, и она плавает. И я понимаю, что я не усну, а вставать идти искать сачок сил нет. И я ее вытащила в какую-то бумажку, завернула в бумажку, положила на подоконник, чтобы утром убрать. Окошко нашла и сожрала. Все, она выжила. Так что остался очень красиво прилепленный цветной хвостик. Я когда утром развернула, мне как-то потрясла этот трагизм выраженной бумажки, цветной хвостик, который прилип. Ну, вот, как такую новость можно писать в блог? Это же идиотизм. Но тем не менее, вот. Зато, конечно, можно и нужно. А? Да, но для меня лично, да, там у меня была какая-то такая эмоциональная краска. У нас бы столько откликов. Причем кошка всегда страстно мечтала сожрать какую-то рыбку из этого аквариума, но никогда не могла ее достать. Положили даже. Аквариум закрыт. Это первая рыбка, которая погибла в этом аквариуме, и она погибла, так сказать, ее смерть не совсем напрасно. Кошка все-таки ее сожрала. Кошка была накормлена, да, и кошка делится на ухау. После чего я был знакомиться, ноу-хау такое. Я последнее выложил блог, это Facebook, это на предложение своим всем друзьям сыграть в Gap. Вот Gap — это такая игра, которая распространена в Узбекистане, а может быть еще в каких-то среднеазиатских республиках. Значит, это просто друзья скидываются кому-то, ну, там есть группа друзей, и вот они по очереди скидываются на там зарплаты, чтобы один из них мог купить себе что-то такое, что он не может, что у него обычно не хватает. Вот. Ну и так, по очереди они друг другу что-то там покупают, там, не знаю, какие-то там пальто, там, машины, не знаю. Ну, там в Gap в Узбекистане играют все, и как мне сказал один мой друг, что в Gap, в который там играют там учительницы в школе, и Gap, в который играют какие-то там бизнесмены, это, конечно, немножко разные Gap, но, в общем, это такая распространенная практика. Вот. И вот, и я первый... Да-да-да, у нас называется коррупция, но Gap доступен даже вот тем людям, которые к государству не имеют отношения. Вот. Вот. И я написал предложение сыграть, вот сегодня мы в Вишневском, там у нее сегодня день рождения, она давно мечтала о камере, которая снимает видео, и вот я написал, что давайте в Gap сыграем, мы соберем лицо на камере. И действительно собрали там 25 тысяч на камеру на эту, и я думаю, что дальше надо в эти Gap играть, и вообще перенять у узбеков это дело, вот всем советую. Я представляю Дележова с какой-то карикатурой, что арест имущества какого-нибудь высокого чиновника. Да. Откуда все это? Прежде чем мы закончим, мне кажется, что вот эти вот личные новости, которые очень хочется сказать, это про то, чтобы показать себя. Ну, про то, чтобы немножко показать свою жизнь. Да? Вот я так живу. Ну, вот как немножко обнажиться. И ведь лучший способ вызвать на откровенность другого человека, это стать откровенным самому. И мне кажется, что есть и позитивная сторона у вот этого обнажения ВКонтакте, когда я хочу показать себя в надежде, что кто-то тоже в ответ
подойдет поближе, не испугавшись, увидев во мне какого-то реального человека. Мне кажется, что это хорошо. И мне кажется, что на средах мы тоже должны стремиться больше открываться, больше быть друг с другом. Поэтому президиум мы к чертовой матери упраздним. И на этой радостной ноте спасибо всем. Можно разобрать.